Короче говоря, меня как бы, так сказать, уговорили, что ли. Вот. Хотя я все понимал, что это замечательно, все это нужно. Ну и как-то я сам себе диспетчером стал для того, чтобы организовать себе свободное время для съемок, взаимоотношений с театром и с какими-то обязательствами, которые у меня уже были по кино. Короче говоря, я когда уже начал сниматься, я понял, что я правильно сделал, что дал согласие. Потому что с самого начала роль как бы, ну что, задалась, с моей точки зрения. Я понимал, что я делаю. Я понимал, против чего, за что я в ней играю, что я хочу. Вот. И я думаю, что это, как говорится, в мою кладовую входит вот эта роль. Я с удовольствием ее играл.